отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области в отношении заместителя директора акционерного общества возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом В, части 5, статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за получение должностным лицом взятки в крупном размере. По данным следствия, в период с октября 2017 года по март 2021 года заместитель директора по логистике одного из акционерных обществ города Саратова получил от директора общества с ограниченной ответственностью частями взятку в виде денежных средств в общей сумме не менее 248 тысяч рублей путем их перечисления на банковскую карту. Незаконное вознаграждение предназначалось за совершение действий в интересах представляемой взяткодателем организации, а именно ее отбор в качестве поставщика продукции для акционерного общества, а также за оперативное согласование технической документации, своевременную приемку товаров и его оплату. Противоправные действия подозреваемого выявлены сотрудниками ОЭП и ПК ГУМВД России по Саратовской области. Следователем СК подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании мер пресечения. Выполняются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательств, а также выявление иных эпизодов противоправных действий подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.